Но мне неизвестно об этом. Но у нас достаточно сил защититься от всех посягательств, Ваше Высочество. Как собираетесь защищать? А? От того, о чем не знаете. Вот Дибич в Таганроге знает. Да. А у вас гвардия, полиция, жандармы, и вы не знаете. Петербург кишит заговорщиками. А может, вы слишком знаете? Да, Николай Семенович, я никогда прежде не думал, насколько вы веруете в монархию. Я в закон верую. Вот как? И вижу основу, на которую можно все построить и будет стоять. Прошу вас, вы поймите, будущее решает. Будущее решается сейчас. Я понял. Будущее решается сейчас. Лечись. Вашей милости, в стране нет верховной власти. Я восстанавливаю ее. Я, государь, император всероссийский. Господа, почему вы не поднимаете? Князь, дело чрезвычайное. Прошу, они назначили на завтра переприсягу, не имея манифеста об отречении. Они слабы, как никогда. Мы не должны терять случая. Действовать нужно немедленно. Вы знаете, кому переприсяга? Николаю при живом Константине. Бить нужно сейчас. У России другого шанса не будет еще лет 100, князь. Вы должны возглавить революцию. Вы наш диктатор. Утром я пройду во дворец в стрельню Николая. Если прольем кровь, не победить никому. Сережа, ну что вы здесь стоите? Проходите в гостиную, господа. Катерина Ивановна, добрый вечер. Прошу простить великодушно. Вы всего на пару слов. Я скоро. Ступай. Завтра вы выведете войска к сенату, не допустив их к новой присяге. Идите в казармы и убеждайте солдат держаться прежней присяги Константину. Обещайте им сокращение сроков службы, увеличение жалования, хоть царствия небесного. Но выводите их всех. Так мы начинаем, князь. Я явлюсь на площадь и сам отдам распоряжение. Прекрасно. Без меня ничего не предпринимать. Разумеется. Густав Иванович, проходите. Густав Иванович? Скажите, а полковник Перстель, кажется, приятель вам? Да? Вы почему спрашиваете? Он арестован. Я хочу знать, стоит ли и мне ожидать подобного. Боитесь? Что и вас могут арестовать. Да перестаньте вы. Перестаньте сейчас же. Да, садитесь. Сергей Иванович,
Если вас арестуют, отрицайте все. Я характеризую вас как преданного присяге благонадежного офицера. Я прошу вас, я требую прекратить всякое действие, не предписанное уставом. Сергей Иванович, дайте мне слово. Все, до встречи! Казармы московского полка! Женский полк присягнул вашему величеству. Сенат присягнул, ваше величество. Все хорошо. Держите, сударь. Генерал-майор! Клятва преступник! Государь Константин Павлович! Любит вас московский полк! Жалует вас 15-летней службой! Ура! Не присягнул. Чего же вы решили, что вас будут слушать? Меня знают. И я им скажу то, чего они желают. Они желают, чтобы я дрогнул и уступил. Когда гвардейцы присягнули? Присягнули, ваше величество. Езжайте к Орлову и скажите, пусть вы сенат. Слушайте. Ваше день. А вы останетесь, можете понадобиться. Читали вы мой манифест? Встали, сэр! Подравнялись! Встань сюда! Зацеп никого не пускать! Противоборствующих стрелять! Чего ждем? Возьмем сенат, заставим сенатора подписать конституцию! Сержант Светлана, я за Трубецким! Ура! Ура, Константин!
Конституция! Божию милостью! Мы, Николай I, император и самодержец российский, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным в сокрушении сердца, смиряясь перед неисповедимыми судьбами Всевышнего. Ваше Величество, солдаты, что на площади, от вашего чтения не разойдутся. Не замечать их — это ваше право. Но только без... По-моему, это вы военный, генерал-губернатор. Наведите порядок. Трудом держу их. В шаге от победы. И дело не в количестве, а в воле. Они ждут вас, князь. Они ждут вас. Немедля разошлите вестовых. Поднимайте все неприсягнувшие части. Гвардейский экипаж, финляндский полк. И приведите лейб-гренадер. Сюда, ко мне. Не хочет слушать, так я заставлю. Константин. Что молчите? Или не узнаете меня? Шпага сия подарена мне цесаревичем Константином. Другу моему Милорадовичу написано. Он друг мне. И я, как никто из вас, желал бы назвать его своим государем. Но он отрекся. Слышите? Отрекся. Отныне наш государь Николай Павлович. Мы с вами люди служивые. И наш долг служить государю и России. Прошу вас, умоляю вас, братцы, одумайтесь. Вернетесь в казармы. И я обещаю, я каждого, слышите, каждого, возьму за руку и подведу к государю. И он вас простит. Клянусь, не дам вас в обиду. Извольте отъехать и оставить солдат в покое. Стоять! Смирно! Налей! Смирно! За мной! Казармы! Шагом! Детки мои, не губите душу свою. Ура, Константин!
стужу. Я пришел сообщить, что дело начато, и мы выступаем. Нет. Дело кончено. Сергей, мы раскрыты. Пестель арестован. В Петербурге катастрофа. Сейчас мы выпьем шампанского и застрелимся. Ты не смеешь. Слушай меня. У нас очень мало времени, чтобы подняться, обогнуть Киев и выйти на Ржевскую дорогу. За месяц дойдем до столицы. Николай обосновал власть в одном Петербурге. Иди к своим офицерам. Да. Говори с ними о том, что дело начато. О том, что полк Черниговский поднялся. Да, хорошо. Я готов. Что сказать солдатам? Куда? На Мотовиловку. Туда я пойду с черниговцами. Туда пойдет и брат мой, Артамон. С гусарами ахтырскими. Если вдруг получится. Это же война братоубийственная. Знаешь, что хуже войны братоубийственной? Проиграть в той войне. Виктория теперь бог наш. Арестовать подполковника Гебеля. Ваша шпага. Так, так, так. Ну что же, хорошо. Хорошо, господа, хорошо. Густав Иванович, ваша шпага. Да, да, да. Густав Иванович, ваша шпага. Заберите у него оружие. Капитан Щепилов. Что вы делаете? Что вы делаете? Густав Иванович! Густав Иванович! Измена. Густав Иванович. Измена! Густав Иванович. Я прошу вас! Густав! Я прошу! Ну что же вы? Черт вас подери! Стой, ваше благородие! С дороги! С дороги! Отставить, я сказал! Что? А ну дай! Отстань! Отстань! Отставить! Отставить! Хватит! Хватит! Шпагу в ножны! Почему не выполняете приказ императора? Генерал! Ну так на площади не турки. И не французы. Как присягали Николаю? Коногвардейцы обедают. В предателей хочешь, Орлов? Генерал. Доктора! Доктора, скорее! Граф, наш сестра. Ваше высокоблагородие. Доктор. Что ж, как стать впереди? Доктор. Играй, сбор!
Давай здесь. Стройся к атаке. Ну чего мы ждем? Подник, давай. Захватим его, все кончено. Нет, мой друг. Нас еще слишком мало. Ждем Друбецкого, он приведет меня к гренаде. Моряки строятся для атаки. Ваше Величество, может, вам лучше уйти? Орлову передайте, пусть атакуют. Рассеять. Мятежников рассеять. И артиллерию приведите. Слушайте. Ура, Конституция! Чем обязан, полковник? Я хотел бы знать, отчего изменник Муравьев до сих пор не остановлен вами. И после печальных событий в столице некоторые впечатлительные натуры усмотрят в них едва ли не героев. А они нанесли 14 ран подполковнику Гебелю. 14. Выходят, не герои. Выходят бандиты и убийцы. Как мы знаем теперь, кровь своих в новом царстве дорого стоит. Прошу вас, потушите пожар, пока кругом.
кругом не запылало. Князь. Обожжет и вас. Сенаты уехать, и мы изменим все. Вот наша мечта. Поверьте, я знаю, что говорю. Он умрет, но не уйдет. Что вы будете делать? Бьете его? Семью? Детей убьете? Там люди умирают. Там русские стреляют в русских. Дальше только война. Бессмысленная война в нашем с вами родном отечестве. Войны не будет, Николай Семенович. Мы победили. Князь, у вас есть выбор. Или вы уведете солдат с площади, или утопите все в крови. Решайте, князь. Скажите ему, что я все еще готов говорить с ним. Но через час он уже будет никому не нужен. Даже вам, граф. Господа, лейб гренадер. С нами Бог. Ваше Величество, мы не знаем, на чьей стороне. Это может безопасно. Николай Павлович, следуйте за государем. Стой! Стой, лейб-гренадеры! Мы за Константина! Вот вам дорога. За Конституцию! За Константина! За Константина!
зачем ты не убил его? Где Трубецкой? Ладно, ладно, я за ним. Строй своих! Строй! А где ж твой полк, Атамон? Полк мой стоит на дороге в Три Лесы. Прекрасно. Вам до нас час на рысях. При нас батарея артиллерийская. Приказано рубить вас без разговора. Ну и что ж ты? Исполнишь приказ? Уходи. Через Белую церковь. Там пусто. Знаешь, почему ты приехал? Потому что тебе стыдно, что ты не со мной. Думай, что хочешь, а я приехал помочь тебе. Право вы надели офицерский мундир. Снять мундир! Гренадер Баранов. Майор Баранов. Я был майор и теперь майор. А вот вы... Вы смеете мне возражать? Ну, упаси бог, Сергей Иванович. Я об этом 8 лет мечтал. 8 лет. Нет, не так, как вы. О Конституции и реформациях не думал. Чины вернуть, отмстить, да. Я очень желал. И теперь за это вам благодарен. Если на дому разобраться. Завтра мы все умрем или победим. Успокойте солдат. Утром выступаем.
Бадов передал тебе подорожную. Сказал, что это единственное, что он может сделать для тебя. Тебе не следовало. Не следовало. Если бы ты приехал хотя бы завтра. Завтра? Да, завтра мы победим. Кто мы? Союз спасения. Так мы себя назвали. Именно поэтому нам теперь так необходима Виктория, чтобы каждый честный человек знал и видел, что он не один, что нас много, что мы сильны. Иначе так и будем жить в этой страшной сказке и ждать, за кем в следующий раз придет людоед. Сережа, я была у гибели. Завтра все изменится. Тебя все любят. Когда я ехала, меня всюду пропускали от того, что я твоя невеста. Даже кланялись. Я ехала к тебе, а тебя здесь нет. Правде в глаза. Мы окружены. Изберем диктатора среди нас и вступим в переговоры. Какие переговоры? Мы только что стреляли в них. Вступайте к солдатам. Идем темноты. Вступайте. Я требую. Нет, я умоляю, князь, идемте. Они ждут вашего слова. Вашего подвига! Идемте, черт вас возьми! Вы хотите моего слова? Вот оно, я благодарю вас. Вы сделали невозможное. На площади лучшие гвардейские полки. Толпы зевак. Чему все эти реверансы, князь? Извольте слушать. Они — это щит, за которым рождается будущее России. Стойте до темна, осталось недолго. Этот упрямец думает, что окружил вас, а он поймал сам себя. Наконец он поймет то, что все поняли уже давно. Придется уступить. И разговаривать. Николай, ближе, чем на выстрел от нашего строя. Один удар и не с кем будет разговаривать. Идемте, ну, идемте! Господин литератор, ступайте домой, лечите простуду. Не до вас. Да вы трус. Вы безумный, Кондратий Федорович. Но все равно спасибо. Я безумен. А вы слишком умный и расчетливый, князь. Безумцы меняют мир! Безумец Наполеон! Безумец Брут! Безумец Христос! Идите на площадь и побезумствуйте! Ну, хоть раз в жизни! Ступайте домой! Вы мешаете! Будь его прокляты! Осторожно, сударь! Ваше Величество, мятежники окружены. Прикажите стрелять. Государь, этого ли вы желали? Но этим ли вы хотели начать свое царствование? Жестокость они мне могут простить.
слабость не простят никогда. Милосердие не слабость. Это право сильного. Скажите им, пусть уходят. И еще. Я не хочу знать их имена. Солдаты! Государь надеется, что вы образумитесь. Государь не хочет знать ваших имен. Разве ты привез нам Конституцию? Я приехал не для переговоров. Я предложил вам милость. Позвольте мне распорядиться. Пусть я буду виновен в этой крови. Вся кровь будет вечна на мне. Thank you.
Весь двор! Идем к Петропавловской крепости. Захватим орудие, арсенал! Надо! Они строятся на виду, чтобы захватить крепость. Стреляйте. Не по людям. Разбейте лед. Слушай, вперед. Передвинуть орудие на площадь! Один противник! Захватим орудие и арсенал! Ура, Константин! Наша институция! Это строй! Держать строй! Чем обязан? У меня весьма деликатный разговор к вам. Скажите, а зачем вы это сделали? Зачем? Я
предлагал вам достичь нашу цель мирно. Я победил, Николай Семенович. Что? Я изменил Россию навсегда. Но свободу без жертв не возьмешь. Разве не так? Вы пожертвовали не только жизнями солдат или офицеров, но и собственной семьей. Если угодно, вы их выгнали на площадь. И что теперь? Как они будут существовать без вас? Без крыши над головой? Без доходов? Еще с вашей этой фамилией? Вы об этом-то думали или нет? Будьте покойны. Я вас не упомяну на допросах. И знаете почему? Я не хочу делать вас героем. Оставайтесь-ка мечтателем. Сколько вам осталось жизни? Завидуйте мне. Хорошо, все, хорошо. Так. Я обещаю, что судьба семьи вашей будет моей заботой. Вам помочь мне больше нечем. Да, в общем-то, и не хочется. Знаешь, Леон после Эльбы с 1000 солдатами вошел в Париж. Да, и у нас примерно столько же сейчас. Может быть, это Божий знак.